У нас с вами 15 минут, чтобы нарисовать плакат, посвященный истории кино. Всей семьей 12 детей, бабушки, дедушки вот в Нойте. Здесь с девушкой еще куда-то просто взял телефон, взял айпад, взял ногу, просто смотришь. А кино-то какое будет? Кино в будущем, мы считаем, будет вот опять же прогрессировать, то есть в плане сближать людей будет кино. Проживаем его. У классного руководителя появляется стопочка билетов на предложенные фильмы. Вы можете посмотреть на нашем стенде, в каких локациях фильмы будут проходить. У каждого фильма есть группа взрослых, которые вместе с вами смотрят этот фильм. В сезоне, когда билеты расцветают цветами,
шоу.